SMM Сибирь – это 7-я ежегодная конференция по SMM, крупнейшая за Уралом. Эта конференция в первую очередь для SMM-щиков, для таргетологов, фрилансеров, ну, то есть в основном все, кто связан так или иначе с продвижением, там, владельцы бизнеса, то есть это все вот для них. Я приехал на фестиваль почерпнуть каких-то новых кейсов, посмотреть, как работают современные инструменты, узнать, как в текущей ситуации развивается маркетинг. Я стараюсь не пропускать такие мероприятия, чтобы быть больше в тренде. Хочется узнать новинки, послушать о трендах современных. Рынок очень динамичный, он меняется буквально каждый день, и поэтому всегда нужно оставаться актуальным и отслеживать все новинки.